Здравствуйте, дорогие товарищи! В сегодняшнем видео мы вам расскажем, как два балбеса грабят банкомат. Банкомат они грабят из конкретно некоторого учреждения под названием Сбербанк. Сбербанк грабит сначала население, а потом население грабит Сбербанк. Вот такая вот фигня. Что вам для этого понадобится? Два безработных балбеса. Вам понадобится железный шнурок, вам понадобится машина типа ментовского козла или какая-то другая полноприводная самоходная зараза с двигателем внутреннего сгорания и коэффициентом полезного действия повыше, чем 40. Далее. Два балбеса, как вы видите, закрепляют шнур, забивают его кувалдой. Один балбес побежал в машину. Другой балбес забивает кувалдой, третий балбес уже заводится, точнее их всего двое, второй балбес прячет, оставляя инструмент на месте, который нужно было, по сути дела, потом после ограбления забрать с собой. Балбес нажимает на педаль газа и вылетает вот таким вот замечательным вот образом, вот так вот вылетает наш банкомат. Все провода с корнями, со всей этой фигней остаются сзади в раскуроченной стене. И тем самым мы обогащаемся на несколько сот тысяч, а может быть и миллионов наличной денежности. Желательно в рублях, так как все происходит в рублях. Спасибо вам, Сбербанк, за вашу замечательную безопасность наших средств и сбережений. Два балбеса ограбили банк за 60 секунд.